Пишем. Уважаемые земляки, сегодня мы празднуем День народного единства. Праздник, который символизирует объединение людей, который символизирует то, что люди, вместе сплотившись, могут решать любые проблемы, справляться с любыми задачами. Я хочу еще раз поздравить всех жителей Республики Бурятия. Наша республика, как никто, показывает, что люди разных национальностей, разных вероисповеданий могут жить дружно, мирно и вместе решать все задачи. Поздравляю вас! Вместе все сможем. С праздником, земляки!